Настоящий гигант прошел по Панамскому каналу. Там представили новое судно, специально построенное для этого водного пути. Вот размеры Хью Трагеда. 35 метров в ширину и 200 метров в длину. Судно может перевести за раз 8500 легковых автомобилей. Это огромное судно, сейчас самое большое в мире, если говорить о судах, перевозящих автомобили. Но это не предел возможностей. Наш канал может вместить куда большие корабли, и я уверен, скоро они тут появятся. Панамский канал совсем недавно был модернизирован и существенно расширен. На ремонт были потрачены 2,5 миллиарда долларов. На этот шаг пошли после того, как большие суда стали все чаще ходить через Суэцкий канал в Египте. Из-за такой серьезной конкуренции для Панамского канала заложили еще 2 огромных судна для перевозки сжиженного газа. Корабли будут готовы через пару лет.